Закладки с героином. Накануне на трассе Курган-Тюмень наркополицейские задержали автомобиль. В нем ехали двое – тюменец и ранее судимая жительница Кургана. У нее было обнаружено более 1,5 граммов героина. Однако интерес у оперативников вызвал листок бумаги, изъятый у молодого человека. Он содержал название улицы и номера. Оперативники выяснили, что это адрес гаражного кооператива в Тюмени. Там-то и обнаружили воздушные шары, в которых были спрятаны свертки с героином. Несколько таких закладок нашли оперативники, остальные задержанный выдал сам. Общая масса изъятого героина составила почти 28 граммов, которые уместились в 16 воздушных шарах. Возбуждено уголовное дело.